Друзья мои, мы все снова собрались здесь, чтобы традиционно провести торжественный обряд в честь Ардвина. Все вместе. Все вместе, но никогда в жизни. Вот всегда у них одно и то же. Мы вместе сделаем великий торт, любимое блюдо нашего творца, и торжественно преподнесем ему этот дар. Вы собираетесь сидеть в своем шкафу, пока мы все будем с голоду дохнуть? Ардвин, сколько раз я проводил эти обряды, так ни разу и не видел этот великий торт. Только буржуазный червь им обжирается. Спокойствие, граждане. Мир, сотрудничество. Хватит. Спускайся сюда, я покажу тебе сотрудничество. Это несправедливо. К оружию. К оружию, к оружию. Что? Что происходит? Друзья мои, нет причин так относиться друг к другу. Она сказала, нет причин. Ну, конечно, для вас это так и есть. Беспокоиться не о чем. Еды у вас навалом. Пока мы готовим торт, наши дети остаются без чечевицы. Тише, крестьяне, тише. Делайте то, что велит вам стрекоза, как всегда делали. Но если вас не пугает мысль о проклятии Ардвина, мы на вас управу-то найдем. Гвардейцы, готовьтесь. К разгону готов. Так ты что, хочешь нас запугать? Мне казалось, Ардвин не любит насилие. Вы думаете, что мы не сможем себя защитить? К оружию! Быстро прячем все ингредиенты и устраиваем заслон пикетчиков, товарищи! Хотите жрать? Ну так жрите, паразиты! Босс, там их 1, 2, 3, о, там их слишком много, мы не сможем навести порядок. Да, убирайтесь отсюда, вперед, друзья! Валите, к оружию! Мошенники! Мы еще вернемся. Земли Амброзии. Рецепт на случай катастрофы. В главных ролях миксер, чечевица, сахарок, три яйца, какая-то специя и, конечно же, холодильник. Ардвин, я... Ох, Майлден, ты же видел это печальное-печальное зрелище. Обряд надо провести непременно. Много кто отказывается слушать, но пекарь, отвечающий за приготовление подношений, по-прежнему верен нам. Его зовут Реми. Пожалуйста, попроси его помочь. Это стрекоза-стрекоз. Судя по всему, она действительно хочет, чтобы с этим конфликтом было покончено, и у нее есть то, что нам нужно. Этот торт, похоже, единственный способ снизить напряженность, прежде чем произойдет следующее обострение. Ну что ж, заряжаем наших маленьких тинукинов. И поперли. Кстати, в наших рядах пополнение. Этот активист хочет, чтобы мы взяли плакаты, которые у него за спиной, и расклеили вот на эти стенды. За то, что мы расклеим эти агитационные плакаты, нам дадут какое-то вознаграждение. В принципе, почему бы и нет, можно и помочь этим насекомым. Всего у него 6 плакатов, а значит, будет 6 стендов. 2 из них я знаю, где находятся, они рядышком. А остальные придется попотеть, поискать. Здорово, здоровяк, чё? Я охраняю сокровище. Охраняет сокровище, значит. Давай в обход. Вот какое сокровище он охранял. Помидорки, малинка. Мешки с зернами. Вот еще малинка. В общем, это склад с едой. На первом этаже у нас... Ух ты, круассаны. Маффины. Я думаю, этот охранник очень сейчас зол на нас. Ты что-нибудь хочешь сказать свое оправдание? Эй, ты как сюда попал? Я же не должен никого пропускать через этот вход. Короче, ты получишь извещение о штрафе по почте в течение 10 рабочих дней. Кажется, мы нашли чечевицу. Охранник, который ее сторожит, дрыхнет. А у меня нехватка тинукинов. В поисках дополнительных розовых тинукинов я решил направиться к холодильнику. О, божечки, нам открылся леденящий мир, в центре которого
недра нектара. Пойдем заберем. Пока лишь заберем. Чего оно тут в морозилке-то? В ледышке? А, нет, не заберем. У меня слишком мало подрывашкин. Нет проблем, в другой раз зайдем. О, а на холодильнике-то замок. За нами следят. За нами конкретная слежка большого брата. В сковороде в центре глаз. И он смотрит на меня. Я хочу взобраться в эту сковородку и глянуть, кто же за нами следит. Ах ты негодяй, он исчез. Глаза больше нет. Без электричества в современном мире никуда. Поэтому электрики тоже нам нужны. Хорошо, что у меня есть электрические тянокими. Интересно, интересно, что же мы запустим при помощи наших электрических дружков. Что это такое? Это тостер! Осталось только заправить хлебушек, и мы узнаем, что нам это даст. Не хватает мощи, давай-ка я прям прыгну сюда. Неужели нам захотелось жареного хлебушка? А-а-а! Местная знать в шкафу, которую не любит народ. Посмотрим, что они тут. О, ключик нашелся. От холодильника, скорее всего. Посмотрим, как эта знать здесь поживает. Заодно и дестрой устроим. О, ты только глянь, какой у них пир здесь. Они действительно не голодуют. А вот фермеры там даже чечевицы не видят. А они тут, понимаешь, грибочками обжираются. Морковочкой, помидорчиком. Боюсь представить, что они хранят в холодильнике. Сейчас нам эта тайна откроется. А там-то сколько жрачки. Это все они хранят. Ох уж это знать. Пожалуй, заберем у них йогурт. Он нам нужен для тортика. Без него торт точно не спечется. Спускаемся на ярус ниже. Тут нас ждут круассанчики. Французские круассаны. Обожаю их. Теперь, чтобы спустить йогурт, нам понадобится новый подопечный, который выстраивается в мостик. А здесь у нас что спрятано? Это же масло! Его тоже забираем. Пригодится. Все в торт. Восхождение к богам для того, чтобы поднести им дар. Йогурт с маслом. Ингредиенты доставлены в точку назначения. Бесцеремонно вбухано в миску с тестом. Теперь нам нужен сахарок Сахаровский. Какой пирог без сахара-то? О, сколько его тут много. Походу, нам понадобится это все. Да. Тянукины, пришло время посластить наш попец. Забираем все, что здесь есть. На мой взгляд, это очень много сахара. А вот и последний стенд для агитаций. Молодец, товарищ. Можно не сомневаться, что плакаты изменят мнение тех, кто настроен против нашей идеологии. Вот, возьми цветочек. Изучая недра шкафов, я наткнулся на заброшенную кукурузину. В целом, я знаю, что с ней можно сделать. Мы же на кухне все-таки. Давайте, ребят, давайте. Левое, правое, левое, правое. Молодцы. Нам вон туда, к микроволновке. Прямо по курсу опасность. Обходим, обходим. Левый борт припекает, но вроде терпимо. Аккуратненько. Главное, чтоб попкорн не получился раньше времени. Первое настоящее препятствие. Нам нужен мост. Как хорошо, что у меня есть мостовые тянукины. Вперед! Повторяем процедуру. А дальше надо бы подключить микроволновку. Ну что, товарищ Тянукины, вы готовы подкрепиться попкорном? Осталось только разогреть. Закидывайте весь этот качан прямо туда.
Оу, кажется, что-то подгорело. А что так мало попкорна? Я думал, он будет вываливаться, прямо когда откроется дверь. Всего раз, два, три, пять попкорен. Маловато. А кукуруза превратилась в какую-то морковку. Конечно же, забираем яйца. Они нам тоже нужны для приготовления пирога. Все за мной! Мы почти собрали все ингредиенты. Закидываем сахаровский. Попкорн можно? Попкорн нельзя. Осталось только дождаться 3 яйца. А вот и мы. А вот и король яиц. Ну ладно, я не король яиц. Повезло, что и меня вместе с яйцами не выкинули. Немножечко повзбиваю это тесто своими вонючими пяточками. Конечно же, нам нужен разрыхлитель, который есть в этом шкафу. Вот он. Но брать в руки я его не могу. Поэтому мы сделаем так. Я думаю, пирог получится отменным, поскольку все ингредиенты в упаковке. Возвращаясь за чечевицей, ведь теперь у меня достаточно розовых тянукинов. Охраннику пофиг, он спит. И мы без труда изъимаем эту чечевицу. Параллельно встречая барышню, которой нужен был попкорн, я ей оставляю его. И она меня благодарит. Даже не может подобрать слов. Но почему-то по итогу оказывается умницей она, а не я. И дарит мне небольшую открыточку со всякими рисунками. А мы уже тем временем поднимаемся к миксеру. Все-таки тянукины крутые. Я, в принципе, тоже крутой. Последний ингредиент прибыл. Остается все это дело только взбить. Ого, какая однородная консистенция. А где же ошметки от этикеток? Тесто готово. Теперь при помощи 30 розовых тянукинов мы берем эту миску и отправляем в нашу горяченную печку, чтобы испечь это блюдо. Сперва я думал, что эту миску нужно будет просто положить на газовую плиту, которая уже разожжена. Как раз напротив нее есть мостик, но оказывается, что этот мостик как и для печи, так и для плиты. Миссия выполнена! Оу, это точно печь? Надеюсь, что наш тортик не превратился в угли. Какая красота! Пир на весь кухонный мир. Богатые, бедные, еда всех объединяет. Смех, подарки, общение. И опять Арджин приносит нам мир. По традиции, по окончании религиозного обучения стрекозы получают ситечко. Оно символизирует наше желание объединяться. Хочу подарить тебе свое. Я знаю, ты найдешь ему применение. Конечно, найду, спасибо. По-моему, я заслужил. Да прибудет с тобой, Ардвин. Ну что, тянукины? На раз-два подняли и потащили в нашу берлогу. А, ну да, ну да. Нам нужен мостик. Мне почему-то эти тянукины напоминают воздушных змеев. Уже пятая деталь. Знаешь, что это означает? Что нам осталось найти последнюю. А чтобы попасть в Хризаль, нужно пройти здесь. Ну, я тоже долго думать не буду. Я за этим ситечком. Мы дома. Весьма впечатляет, Майло Дейн. Да ладно, это всего лишь уши костюма. Мы установили новую деталь механизма великого Ардвина. А на этой штучке основывается весь проект. Эта штука очень важна, поверь, хорошо? Сейчас она находится в парке. Там мы круто повеселимся. Так что топай за мной. На этом все. Спасибо, что посмотрел. Если тебе понравилось, ты хочешь увидеть, чем закончится эта история, как мы достанем последнюю деталь, то не забудь поставить лайк и подписаться. И тогда мы вновь увидимся с тобой в новом ролике. Так что до встречи.